синяя команда, тема и пару минут для обсуждения. Сутенер в МФЦ, это пожалуйста. Это когда ты приходишь в МФЦ и говоришь, а можно все окошки посмотреть? О, да. Да? Или ты приходишь и нам говорят, очередь продлевать будете? Да. Вот. Да? У нас за этим окошком сидит возрастная женщина, но очень опытная, очень. Или у нас вот здесь вот молодая, но очень напористая. Просто вкиньте бумагу. А в голубой шубе без очереди. Но задним числом дороже. Я пахну. А еще можно, вы можете в это окошко не наклоняться, а просто так встать. Вот. Если хотите, и у вас много бумаг, можете сразу в два окна. Это накопилось. Накопительная система бумаг. Нет, смотри, можете с другом, тут какие варианты. Если вы пришли с другом что-то оформлять, можете в два окна. Можно в три, но это копится. А там еще есть... Это по предварительной записи. Там же есть, если вас что-то не устроило, если вас что-то не устроило, позвоните Собянину. Ну, я просто бывал. Можно проголосовать, там можно голосовать. Сутенера Москва при Собянине. Как бы прошел, да, сутенера Москва. Как же, в смысле седьмое окно занято? Это очень смешно. В смысле, это мое любимое седьмое окно. Третье окно. Третье окно занято, ёпты. Я подожду. Возьмите седьмое. Не-не-не, я третье подожду. И в конце обязательно проголосовать, как было. И причем не пальцем. Я просто один в МФЦ хожу, правильно понимаю? Просто все остальные это не делают, вы не голосуете. Я тебе скажу больше, ты единственный, у кого есть социальная карта москвича. Нет, еще Вадиса, не поверишь, я и он два москвича. А он ради голосования только ходит, эти смайлики нажимает, блядь, сидит просто. Если перед тобой трое, то тебе кофе в подарок там. Момент ожидания просмотра, блядь. Если ты 15 минут она не успела тебя обслужить, тогда кофе в подарок. Да, вот он, да. Нет, а там же может быть еще такая ситуация, ты приходишь, говоришь, проходите в седьмое окно, да не, оно такое здоровое. Мне окно поу. Меньше. А, меньше там, да, правильно. Ну тут уже видно, там человек 8 до меня уже сдали документы. Очевидно же. У меня-то всего лишь доверенность, а там-то люди смотрят, что суют. А можно я в одно окно доверенность суну, а в другое прописку? Правда, прописку не надо! Слушайте, можно я в четвертое окно, но очень быстро у меня временная регистрация. Я просто... Может, мне не понравится. Может быть, просто поговорим. Договорились. Прекрасно. Спасибо, синяя команда. Спасибо. Как договаривались? Не-не, вы можете, можете подписать документы прямо на женщине. Это crazy меню уже. Crazy меню, прям с нее подписывайте документы. Прям лежа на ней. Спасибо, и это тоже войдет в эфир. Так, спасибо огромное синей команде. Серьезно? Вот! Да, можно еще ручку без пружинки, потому что с пружинкой не те ощущения. Это смешно. Это смешно. Итак, неправильно. Прилетел откуда? Неправильно. А можно мне документы без файла? Я не люблю файлы. Да, не те ощущения. Я за безопасные документы. Подпись. Документа. Я за безопасный документооборот. Да, потому что в прошлый раз подписал, там ошибок нахватал, капец.